С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваши права можно защитить. Хочу купить автомобиль с рук. Слышал, что это очень опасно, так как автомобиль может оказаться в залоге у какого-нибудь банка, и потом его просто заберут. Не будет ни денег, ни автомобиля. Можно ли как-нибудь обезопасить себя в этой ситуации? Предварительно вы можете проверить автомобиль с помощью реестра залогов. Для этого нужно зайти на сайт реестр-залогов.ру, выбрать раздел «Найти в реестре», затем перейти в раздел «По информации о предмете залога» и ввести ВИН автомобиля. Если вы увидите автомобиль, который хотите купить в реестре залогов, от него нужно отказаться и искать другой. Если же информации не будет, то вам необходимо обратиться с собственником автомобиля к любому нотариусу с просьбой выдать заверенной печатью нотариуса реестр залогов. Если автомобиля в реестре залогов нет, то вы можете его покупать. Обратите внимание, что выписку из реестра с печатью нотариуса вы должны забрать себе, так как этот документ будет доказательством вашей добросовестности и защитит вас от посягательств кредиторов, даже если такие обнаружатся после покупки. Сделку провести лучше в день получения выписки. Если у вас возникли вопросы, вы можете звонить по телефону, который видите на экране, и хорошего вам дня!